Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Путь любви Хаджи Байрам Вели». Премьера первой серии сериала состоится уже 11 февраля. Новый сериал расскажет о том, какой непростой путь пришлось преодолеть главному герою. Байрам занимался тем, что распространял религию ислам, и в этом направлении он считался одним из самых успешных деятелей. В Анкаре он подходил серьезно к суфизму. Великий турецкий поэт и по совместительству проповедник оказался создателем ордена Байрами. Он появился в свет в городе Чубук, что расположился не так далеко от Анкары. Произошло это событие в 1352 году. Байрам обладал превосходными научными познаниями и благодаря этому смог очень быстро прославить свое собственное имя в Анатолии. Однажды сам султан Мурад II обратился к нему с просьбой проповедовать в мечетях, и Байрам с удовольствием согласился. Отец Сомунджу, или же иначе Хамиддин Вели, узнал про Байрам, захотел лично с ним познакомиться и получше узнать этого удивительного человека. Прошло не так много времени, как Байрама признали как великого ученого. Он преподавал свои знания студентам в медресе. Жизнь этого легендарного человека смогла удивительным образом повлиять на множество человеческих судеб. Напомним, первая серия сериала выйдет в эфир 11 февраля. Если вам нравятся сериалы, и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!